Ульяновском техническом университете появился новый учебный корпус «Центр промышленного интернета». Теперь, кроме сухой теории на лекциях, студенты будут оттачивать профессиональные навыки на новых станках с искусственным интеллектом. Новый цех знаний состоит из нескольких отделов. Технологическая лаборатория с 5 станками для резки металла, класс с интерактивной доской и аудитория промышленного интернета. Все для качественного образования будущих инженеров и машиностроителей. Профессор Евгений Киселев считает, что результаты учебы напрямую зависят от интенсивной практики студентов. Когда студент знает, что же в конечном итоге ему предстоит внедрить в действующие металлорежущие, в действующие механосборочные производства, конечно, наша промышленность будет продвигаться гораздо более ускоренными темпами. Торжественное открытие началось с поздравлений и первого запуска станка-робота. Музыка, красная ленточка и аплодисменты. Официальный старт состоялся. Губернатор Сергей Морозов выступил со словами напутствия и пожелал университету успехов в развитии. Я желаю университету и всем нашим бизнес-партнерам развития новых проектов в Ульяновской области, в том числе и прежде всего инвестиционных и инновационных. Уверен, что региональный центр промышленного интернета с каждым годом будет наращивать свою материальную базу и свои компетенции. Возведение храма технических знаний не обошлось без помощи партнеров, инвесторов компании «Кука» и Ульяновского станкостроительного завода «ДМГ Мори». Кристиан Тёнис, председатель концерна «ДМГ», посетил мероприятие и там же вывел свою логическую цепочку от грамотного студента до мирового прогресса. Без образования хороших людей вы не дождетесь. А без хороших людей вы не дождетесь хороших продуктов. А без хороших продуктов не будет прогресса, не будет развития. Итак, поэтому нужно инвестировать в образование. Правительство и инвесторы не случайно выбрали УГТУ для воплощения амбициозного проекта, ведь в университете уже есть задел для его успешной реализации. Студенты с кафедры технологий интернета вещей радиотехнического факультета уже готовы стать блестящими профессионалами своего дела. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.